Вы говорите, что есть у нас сила для чего-то. Почему я так говорю? Потому что, чтобы ты не растратил это, пока ты не растратишь эту силу, ты не придешь к просьбе, что нужно просить. Но мы же знаем, что у нас нет силы. Нет мудреца, подобного опытному, то, что называется. Что значит, что ты знаешь? Ну так что, посмотри на маленького ребенка. Ничто не поможет, пока он сам не проверит, и не один раз. Он тебе не поверит, не верит. Скажи ему заранее, для чего тебе это, для чего тебе то. Нет, он сам должен все пройти. Что, не жаль времени для этого? А для чего тебе вообще время? Через все эти попытки, когда ты пытаешься исправить сам, ты исправляешь келим. Каждую секунду, когда ты отчаиваешься и пробуешь вновь, отчаиваешься и пробуешь вновь, ты исправляешь келим, ты их упорядочиваешь. Ты хочешь сразу перескочить к работе в Гмара Тикун, конечном исправлении. Я понимаю, но для этого нужно немного подучиться. Я тебе по-другому скажу. Все свята и все келим снизошли из абсолютно совершенного бесконечного состояния до полного разрушения. И это все превратилось в систему, в структуру, когда из противостояния света и кли одного напротив другого. И так как все обустроено, ты лучше это устроить не можешь, потому что ничего не вошло, что-то внешнее, что-то стороннее. Свет абсолютно, отдающий кли абсолютно, получающий все. Так вот между ними произошла связь. То есть ничего случайного. И не это какое-то чье-то желание, что вот он так пожелал что-то сделать. Но если ты решаешь, что это желание отдавать, это желание получать, не может быть система их взаимоотношений другой, чем та, которая существует в Адам Кадмон и мирах Бия. Не может быть. И поэтому законы абсолютны. Ты не можешь после этого сказать «жаль». Почему мы сразу не перескакиваем в Эйнсов, бесконечность? Ты не можешь, потому что иначе желание получать не сможет получить намерение отдачи.